Всем привет! Решил снять обзор, как установить Windows 8. Что ж, давай мы ставим установочный диск Windows 8. Сегодня мы данный обзор по установке на данном видео вставляем установочный диск Windows 8 Real Afi Preview. Я скачал еще из интернета. Вот, я захотел восьмерку. Ну что ж, давай мы сегодня перезагружаем компьютер. Что ж, для начала нажимаем кнопочку. Так, что ж, нажимаем кнопочка пуск. О, так. Так, подождать. Параметры, выключение, перезагрузка. Подождать, компьютер перезагрузает. Так, вам нужно надо зайти в данный BIOS. Нажимаю клавишу F10 на компьютера HP, на компакт представлю. Понравился тебе? Вам понравится Windows 8? Так, заходим. Так, BIOS. Смотрите, вот, видите, я запустил настройку BIOS. Настройка BIOS. Вот, вы зайдете к вкладку System Configuration. Нажимаем клавишу стрелочками вверх. Вот, вот, стрелочка. Вот, сегодня мы попали в BIOS. Стоп, заходим. О, а, опять. Так, заходим. Сегодня, итак, мы заходим в Boot Options. Стоп. Сегодня мы настроим BIOS. Вот, если вы будете настраивать, если Internal Network Adapter Boot, если нажмите кнопочка Enable. Для начала давайте в BIOS. Сначала Reboot. Так, в BIOS заходим еще. О, опять. А, опять. Компьютер звучит. Заходим в данный BIOS. Так, заходите System Configuration. Так, на компьютера. Зайдем Boot Options. Вот, Internal Network Adapter Boot. Вот, если нажмите клавишу Disabled, если то настройки BIOS. Вот, написано Internal CD-DVD ROM Drive. Все, на этом уже сегодня мы настроили настройку BIOS. И сменилось. Вот, обязательно нажимаю клавишу Exit Saving Snines. Вот, первое, да, на данном настройке, если вы сохраните изменение настройки. Вот, нажимаем Enter, и здесь тут пишется Exit Saving Snines. Нажимаю клавишу Yes, если то я сохраню, если настройка BIOS, я нажимаю клавишу Yes и Enter. Если нажмите клавишу Yes или No, Now, и нажимаем клавишу Enter. Так, смем клавишу F9. Ну что ж, мы зашли в загрузочное меню. Зайдите в Internal CD-DVD ROM Drive. Вот, зайдите, пожалуйста. Стоп. Теперь нажимаем клавишу Enter. Press any key to boot from CD-DVD. Видишь, является Windows. Понравился? После приоритета загрузки на ноутбуке компакт-прессор компании для компьютера HP на данный производителя компьютера. Дождемся ее загрузки. Процесс установки. Подождать, он должен загружать установку. Вот, если восьмерка вы можете понравиться. Программа установки Windows 8 Real Afi Preview. Мирис является, сейчас он загружает процесс установки, сейчас он и включает установка. Если тогда, он сейчас должен загружать компьютер. Вот, видишь, появилась Windows. Новая операционная система Windows 8. Так, вот, устанавливаем язык русский, Россия.
формат времени и ежедневных единиц рубки России. Так, и затем оставляем метод ввода раскладкой клавиатуры рубка. Оставляем. Нажимаем клавишу далее. Вот, если установка Windows 8 Royal Alpha и Preview, нажимаем кнопочку «Установить». Подождать является начало установки. Стоп, давай мы... Итак, давай мы введем пароль, ключ, серийный ключ. Давай я сегодня я подскажу. ТК8ТПИ и ЕДЗН6П7Х7ВВ. Так. Так, сейчас включу. О, опять. Ключ неправильно. ТВ. ТВ. Б, син, игрик, п, ф. Так, что сегодня мы подсказали ключ для активации Windows. И сегодня мы вводили ключ продукта. Или вводили ключик. Все, нажимаем ключ продукта. Нажимаем кнопочку далее. Сейчас он подумает. Так, стоп. На эту установку Windows 8 принимаем условия лицензионного соглашения. Примите условия лицензионного соглашения. Я приму условия лицензионного соглашения. Поставлю галочку «Я принимаю условия лицензии». Нажимаю кнопку «Далее». Вот, вы можете выбрать... брать установку Windows 8 Alpha и Preview. Выбираем тип установки. Так, что с двойной отформатируем. Два не будем удалять раздел, потому что компакт присылки 57 не нужно удалять. 4 раздела. Не нужно, это не надо. Удалять 4 раздела, пусть побудет. Потому что для класса S11, для восстановления Windows 7 начальный. Видишь, копирование файлов Windows. Подготовка файла к установке. Установки. Вот. Установка займет, а затем процесс установки. Установка займет около минуты. Видите, написано «Сбор информации. Установка Windows». Подождать он должен устанавливать восьмерку. Вот, если вы Windows, я в следующий раз я буду устанавливать Windows Vista и Windows 7, домашняя расширенная. Вот, если вы хотите понравиться Windows XP, Processional, чем лучше. А Windows XP будет расширенная поддержка, Windows XP SP3 будет расширенная поддержка до 8 апреля 2014 закончена. А 8 апреля 2014 года Windows XP SP1 SP2 не закончится. Уже будет продолжать Windows XP процесс SP1 SP2. Вот. Если устанавливает Windows XP и Vista, вот, процессор на новом. А на старом компьютере можно не устанавливать Windows 8. Можно установить Windows 8 Royal Alpha Preview не на старом компьютере, а Windows 8 Royal Alpha 8 можно установить на новом компьютере. А Windows NT 4.0 уже давно устарела, 1996-1997 году. Уже не выпускает, уже устарела. А Windows 98 уже 1998 и 1999 год.
и Windows где-то 108 Second Edition уже тоже устарела. 1998 и 1999 год. А Windows 2000 уже выпускает, без расширенной поддержки. Уже без расширенной поддержки. И уже Windows 2000 давно, но устарела. Если Windows 2000 уже FP2, FP4. Вот, на сегодняшний день, на данном установку варианта установки Windows 8, RLAF я привел, уже понравится картинка с тюльпанами. Вот, итак, на этом, на данном, нам установке Windows 7. Вот. А Windows 8 Developer Preview уже выпущена 2011-2012 год. Вот, Windows 8 уже не... Developer Preview уже не выпускает. А Windows 8 Control Preview уже выпущен в марте 2012 года. Уже не выпускает. А еще уже последняя версия Windows 8. А сейчас уже 2012 год, на данном программе установки Windows 8 RLAF и Preview уже работать будет нормально. Интернет доступа, интернет. Вот. И короче, на данном установке, вот, написано, сбор информации установка Windows. Если вы будете устанавливать восьмерку, вот. И в следующий раз новый Василий Васильевич купит новую материнскую плату MSI. И рекомендуется, что будет на материнской платы Asus. Уже материнская плата Asus, уже мини нужен. Материнская плата Asus уже не выпускает. Уже выпускает материнская плата MSI. Если настройка BIOS, если вы можете зайти к классу F10 настройка Intrude. Если на данный приоритет вы можете установить Vista или... Вот. На сегодняшний день Windows 8 уже не выпускает на данном... К данным сборке. На данном сборке. Вот написано. Если... Но да. Иногда если будет установить восьмерку. Так, стоп, на данном установка Windows 8, а в следующий раз на лицензионном диске я хотел рекомендовать. И в следующий раз я обращаюсь, в понедельник, а по субботу обращаюсь к корпорации Microsoft Украина, там есть хороший качественный лицензионный диск Windows 7, профессиональная и максимальная. Вот, в следующий раз я буду распаковывать лицензионный диск Windows 7, а в следующий день я куплю лицензионный диск Windows 7 домашняя база и домашняя и Windows 7 максимальная и профессиональная, и удобно нравится. И Windows 7 начальная тоже будет лицензионную копию. И уже в декабре, уже в октябре, августе Windows 8 уже новую Windows 8 в сентябре и уже не допускается, уже останется последняя бета-версия Windows 8 RLAF и Preview, двухгодичных. Вот, иногда я хотел восьмерку. Подождать, он подготавливает файл к установке. Еще 97% должен установить. Вот, если будете работать нормально с ним, если понравится, восьмерка. Вот, если обновление Windows 8 выпускает, вот, и для этого видео написано установка компонентов, установка обновления. Сейчас появится галочка установка обновления, и теперь завершение.
Компьютер должен перезагрузиться. Так, не нажимай клавишу пробел и кнопочка перезагрузить. Сейчас не нажимать, он сам не перезагрузится. За 6 секунд. За 12 секунд. Он, видишь, он выявляется. Windows. Если заявляется установка Windows, программа установки Windows 8. Видео является, подождите. Вот, на данном установке Windows 8 AFE Preview выпускается. Сейчас не снимать. Так, подождать, он не является. Начальный загрузчик синенький. О, опять на Atomy. Называем эту кнопочку мини нужно. Вот. Если уже произошел начальный загрузчик Windows 8, если то можно восьмерку можно установить. Все, теперь другую финальную операцию новую Windows 8 уже не будет лицензионной. Уже будет остается бета-версия Windows 8 RAVA ASIA Preview. Все. И для этого на этом диске GTA. Я играл раньше, меня не вредно на данном игре. Вот, я хотел, вот, пиратский диск Windows XP CRDVD. Плохой пиратский диск, некачественный. Вот, если иногда на данном установке подождать идет подготовка устройств. Вот, Windows 8 самая хорошая операционная система. Подождать он идет, он сейчас ускорит процент. Скорости. Он должен распаковывать диск. Давай. Так, видишь, я уже 100%, сейчас он компьютер должен. Вот, на данном установке Windows. Подождать написано. Идет подготовка системы. Подождать он завершение процесс установки Windows 8. Подождать перезагрузка компьютера произойдет. Я должен перезагрузиться к компьютеру. Windows. Видишь, и загружает, стартует установка Windows 8. RAVA ASIA Preview стартует. Видишь, установка Windows. И уже установка Windows 8 RAVA ASIA Preview уже стартует. О, что появляется. Опять сейчас появляется. Появляется. А, опять стартует. Долго стартует. Долго запускает. Опять долго запускает. О, видишь, появилось. Вот, написано персонализация. Произошла настройка Windows. Давай мы введем имя компьютера. Так, Facebook. Вот. Я социальная сеть Facebook, я регистрировать уже не буду. Так, стоп, нажимаю клавишу, кнопку далее. Вот, если мы будем настраивать беспроводная связь, давай мы подключаем. Так, D3000. Нажимаю кнопку, подключиться. Вот, давай мы введем пароль. 0 5 90 1. Нажимаю кнопку подключиться. Стоп, нажимаю кнопку настроить.
Вот, вы можете включить параметры, нажимая кнопку «Да», включить общий доступ подключения устройства. О, не надо, параметры не нужно. Далее. О, мне не надо. Так, стоп, нажимаю кнопку «Вход без учетной записи Microsoft». Так, нажимаю кнопку «Локальная учетная запись». Давай мы введем имя пользователя. О. Так, Вахили. Ле. Так, пароль. Так, введем пароль. Так, а затем введем подсказка пароля. Так, стоп, мы вводили пароль. Вот, и пароль на этом пример. На данный пример пароля. Теперь пароль нужно легче запомнить. Вот, а затем не забудьте ввести логин и пароль. И записывайте эти бумажки. И будет надёжном на месте. И очень сложно угадать. Нажимаю кнопку «Готово». Подождать, видишь, написано? Подождать, он завершает настройки параметров. Вот, и давно хорошо работал Windows 8. Нормально работает. Все, написано. Ваш компьютер почти готов. Примерно понравится Windows 8 RLE ASIE Preview. Окей. Так, вот, запустился рабочий стол. Вот, видите, написано рабочий стол. Видите? Вот, картинка очень красивая. Понравится восьмерка. Все, на этом все. Давай мы сегодня вытащим установочный диск. Затем мы не забываем вытащить диск. Ну что, все. На данном видео мы уже данный обзор установки Windows 8 RLE ASIE Preview. Сегодня мы установили Windows 8 RLE ASIE. Все, ну что, все. Все. А в следующий раз я буду устанавливать Windows Vista и Windows 7. Вот. И Windows 7. Вот. На лицензионный диск. Что, все. Увидимся в следующее видео. Спасибо за внимание.